Самый известный итальянец в музыкальных кругах современной России. Его щедрый талант находит отклик в сердцах тысяч людей, а творческая энергия маэстро не знает границ. Это всего лишь небольшая характеристика художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик Холл» и дирижера нескольких оркестров Якутской филармонии, Новосибирского симфонического и Московского русская филармония. Фабио Мастранджело хорошо знаком ульяновской публике. В 2013 году под его управлением прошел концерт с нашим государственным академическим симфоническим оркестром «Губернаторский», где выступали Антонио Чифрона и пианист Дмитрий Горзин. В 2014 он уже участвовал в международном музыкальном фестивале «Мир. Эпоха. Имена». Сегодня особенно будет интересно дирижировать, потому что звучат очень любимые мои произведения. И тем более, что солистка такая красивая и, конечно, фантастическая. Она играет концерт Чайковского просто изумительно. Такую лестную характеристику маэстро Фабио Мастранджело дал скрипачке из Японии Маюко Камио, в чьей игре гармонично сочетаются высочайшее техническое мастерство, красота и полнота звука. Я, честно, очень довольна, счастлива, что мы можем в локальном месте, что их публика, оркестр может слушать этот концерт, который мне так много значит. И если 17 марта в Ленинском мемориале сошлись звезды, маэстро Фабио Мастранджело и скрипачка Маюко Камио, то 30 марта всех пришедших на главную концертную площадку Ульяновска ждет «Вечер со звездами», а конкретнее шоу-программа «Не опера», классика вне классики. Алексей Матюнин, репортер 73.